Жители областной столицы до 13 сентября могут принять участие в опросе, посвященном инвестиционной привлекательности Самары, сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Респонденты могут поделиться мнением об улучшении делового климата, комфортной жизни и труда на территории города. Ответы будут учтены в обобщенном виде. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки в своем телеграм-канале напоминает, что родителям близнецов, зачисленных в первый класс, положена единовременная выплата. Условием ее предоставления является постоянная регистрация одного из родителей и детей в Самаре. Для оформления выплаты можно обратиться в любой офис МФЦ или районный отдел по предоставлению мер соцподдержки населения. Оформить выплаты можно также на портале госуслуги. Подробную информацию можно получить по телефону на экране. Администрация Ленинского района в своем телеграм-канале делится фотографиями с места строительства новой детской площадки во дворе дома номер 200 по улице Садовой. В настоящее время здесь идет установка детского игрового оборудования. Строительство площадки проходит в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда».